Всем привет, люди. Вот, глядите, хотел вам показать. Вот дорога, вон балок стоит, диспетчерская, так скажем. По вот этой вот дороге ежедневно вывозится более 10 лесовозов кедрача и сосны. По 40 кубов, задумайтесь, ежедневно. Нашу тайгу, район Васюганского болота Томской области, отдали на 50 лет вывозить наш лес. Что интересно будет через 5 лет, через 50 лет с нашим лесом? Там будет просто степь, как в Астрахани. Просто весь лес, кедрач. Ему цены нету, этому лесу. Его просто пилят, можно сказать, на дрова, на пиломатериал. И вывозят по 400, по 500 кубов в сутки. Через 50 лет этого леса не станет. Почему все это всем безразлично? Почему местным жителям нельзя ничего брать, а им можно? Почему они могут зарабатывать миллиарды, а местные жители даже 50 тысяч не могут заработать? Почему мы не можем себе взять этот лес на строительство, а они могут взять на что угодно? Почему все у всех везде подвязано? Почему все везде куплено? Почему кругом коррупция? Почему с этим никто не борется? Нашу тайгу просто за 50 лет всю вывалят, и там будет степь. И ни животных там не будет никаких диких. Ни медведей, ни соболей, ни лосей, ни леса. Будет сплошное Васюганское болото. Поддержите, люди, если кому-то важна судьба нашей тайги, нашего леса.